саженцы голубики высокорослый Элиот, голубика высокорослая Элиот. Это крупные многолетние кустарники для выращивания на даче либо в саду. Растение хорошо приживается на кислых почвах. Обильно плодоносит на открытом солнце и в затемненных участках, может достигать до 150-200 см в высоту. Это поздний сорт, который начинает плодоносить во второй половине августа. Ягоды собраны в грозди, что значительно облегчает их сбор. Они крупные, сочные, с прочной кожурой темного голубого оттенка и сладкой мякотью. Плоды подходят как для употребления сразу после сбора, так и для консервации и заморозки. Голубика высокорослая Элиот – это многолетнее растение высотой 200 см. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Голубика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. По типу ствола голубика высокорослая Элиот можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания голубики прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме овальный. Голубика высокорослая Элиот имеет поздний срок созревания. Цвет плода голубой. Вкус сладкий. Обратите внимание, что голубика высокорослая Элиот частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.